На торжественной церемонии открытия турнира собрались больше 100 футболистов со всего центрального района. Разная возрастная категория, не одинаков и уровень владения мячом. Команду детского футбольного центра, образовавшегося 3 месяца назад на одной из площадок по улице Виноградная, представляет 12-летний Ярослав Голубчиков. Футболом он занимается почти 2 года и знает цену каждому забитому голу. По выходным мы выходим, играем на площадке, тренируем наши навыки. К турниру мы очень хорошо готовились, у нас были усиленные тренировки. Желание победить в районном этапе есть у каждой команды, только центральный район представляют 12 сборных. Достойно выступить на этом этапе значит получить возможность сразиться с лучшими игроками на городском турнире. В соревнованиях принимают участие все желающие команд микрорайонов, районов, домов. Количество команд не ограничено. Победители и команда, занявшая 2-е места в данных мероприятиях, будут принимать участие в финальных соревнованиях, в финальных районных соревнованиях данного мероприятия. А победители уже будут принимать участие непосредственно от каждого района в финальных городских соревнованиях на Кубок губернатора. Первые игровые матчи сегодня прошли на всех 145 игровых площадках города. С каждым годом их становится больше. Свой дворовой футбол показывают и сельские ребята. Ведь этот вид спорта в последнее время обрел большую популярность в городе. Уже более 1000 детей у нас футболом только в муниципальном центре занимаются. Более 10 тысяч жителей города Сочи интересуются футболом. И к чемпионату мира мы знаем, что у нас будет построено 3 тренировочных поля, которые после проведения чемпионата мира будут переданы нашим же детям, нашим жителям, для того, чтобы они занимались футболом, чтобы они тренировались и показывали высокие результаты. Именно от результатов районных матчей по мини-футболу и будет зависеть, какие команды выйдут на городской этап. Он пройдет в середине июля. Затем лучшие футболисты представят свои муниципалитеты на зональном этапе, по завершению которого отправятся в Краснодар за главным трофеем – Кубком губернатора. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.